В Ленобласти наркополицейские накрыли подпольную лабораторию по производству метадона, которая располагалась на одном из приусадебных участков. Масштабное производство по изготовлению 30 килограммов наркотиков в месяц создал химик с высшим образованием перед тем, как сесть в тюрьму за аналогичные преступления. И он продолжал уже из заключения управлять своим новым детищем. В отношении участников преступной группы, в том числе и осужденного, отбывающего наказание, возбуждено уголовное дело по статье «Производство наркотических веществ».